Круто! Да это ж круто! Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Я реально прихерел. Я не мог в это поверить, это было невозможно, я спорил со всеми. Мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю, слушай. Блять, я заплакал. Я ничего никогда не сказал, ваш герой. Вообще, блять, никогда он и ничего никогда не сказал. И сейчас молчит. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Наконец-то эти суки страдают. А, типа, выродок-то откуда-то такой? Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Нет, мне на него до сих пор, кстати, как-то не похер. И мое сердце будет за него болеть еще долго-долго-долго. Парадоксальным образом, это то, что спасает мою жизнь. Понимаешь, такой инь-янь. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как, ну понимаешь, да? Но если принять это за, ну так сказать, за правду, то это страшная штука. Как бы не хотелось бы. Люди предпочитают 1000 километров пешком идти, чем 38 там на машине доехать, да? Ну я ссыкло или я не ссыкло? Окей, 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 я заткнулся. Великая компания. Они, безусловно, ошиблись. Это было, скорее всего, бюрократическая просто спешка. Они меня всунули, не разобравшись в твоей. На этом я бы хотел закончить. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все.